сделаем больше ни шага, пока не передохнем. Разожгите быстро костер. Мэри. Мэри. Кажется, мы зря покинули Шир Пиппин. Что это за шум? Это деревья. Что? Помнишь древний лес на границе Бакленда? Ходят легенды, что там особая вода, от которой деревья вырастают до неба. И потом оживают. Оживают? Деревья шепчутся. Говорят друг с другом. И бывает, ходят. Я голоден. За 3 поганых дня не ел ничего, кроме куска червивого хлеба. Да. Почему нам не дадут мяса? Вот оно. Свежатина. Этих пока есть нельзя. Может, хоть ноги? Они им не нужны. О, аппетитные. Назад, червяк. Пленники отправятся к Саруману. Живыми и невредимыми. Живыми. К чему это? Он что, пытками хочет потешиться? У них что-то есть. Эльфийское оружие. Хозяину это нужно для войны. Они думают, что кольцо у нас. Как только узнают, что его нет, мы покойники. Ну, хоть кусочек. Немного собачка. Вот и мясо, которого вам так хотелось. Бежим. Решили сбежать от меня. Никто вам теперь не поможет. Смотрите на BTV.kz с безлимитным трафиком в подписке Амедиатека и на канале Амедиа Премиум HD.